Всем доброе-предоброе утро. Сегодня у нас первый день масленицы, поэтому завтракать мы будем чем? Правильно, блинами. Обожаю блины разогретые. В данном случае на кокосовом масле. Сейчас себе сок выжму и поставлю чайник на кофейный напиток. И буду завтракать. Блинчики разогреваются, ням-ням-ням. И потом пойдем гулять с Чарли. Ну, все как обычно, ничего нового. И потом угадайте, куда я в понедельник пойду? Правильно, по магазинам. А что еще делать в выходной день? Только шататься по магазинам. Весь центр уже облазила, ничего не вижу, ничего не нравится, фигня какая-то. Сейчас иду в один магазин купить лезвие для бритья. Мужу только сейчас вспомнила, отнесла его часы в эту мастерскую. Там батарейку надо заменить. А он что-то там говорит, много всяких этих часов. В общем, на завтра за ними зайду. Иду вот сюда, вот в этом магазине, мне нравится. Ну, здесь и подешевле, и нормально. Смотрите, какую распашонку себе нашла. Мне очень даже нравится. Сейчас вообще носят вот такое вот, как типа платье короткое, с джинсами. И мне кажется, вообще даже суперски. И материал такой легкий, прям вот на сейчас. Как вам? Мне кажется, вообще классно. Мне прям вообще музыка орет. Потом придется увеличить. И вырез такой прям сексуальный. Смотрите, какой. О-о. Расцветочка такая прикольная на весну. Да? Вон сзади удлиненная. Мне понравилось очень. И стоит недорого, 17 евро. Ну, рукава, конечно, длинные, можно их опустить. Сейчас опущу. Вот, с длинным рукавом. Он тут на пуговице. Поэтому, мне кажется, очень даже ничего. Я люблю такой стиль, знаете, чтобы он вот так вот, как бы, разлетайки. Прикольно. С джинсами вообще всему, да? Берем. Берем? Берем. Как здорово, когда тепло на улице, можно открыть дверь. И проветрить всю комнату, не опасаясь, что ты замерзнешь. Купила я себе все-таки это платье, не платье. Кстати, это Страдивариус. И буду вот такая красивая ходить в распашонке. Надо ее сейчас прогладить. И буду красивая. Я такие распашоночки люблю. Сейчас пойду белье повешу, но как раз постиралась, пока я ходила. Гуляла. На обед у меня сегодня будет картошка с грибами, представляете? У меня есть грибы замороженные. Там они всякие разные. Вот. Но дело в том, что муж у меня грибы не очень любит, кроме шампиньонов. Шампиньоны для него не грибы. Я не знаю почему, но не привык. Надо его как-то обмануть. Скажу шампиньоны или вообще просто картошку ему наложу. А вкус, думаю, он не догадается. Ой, не могу, вот так вот, да, я иногда обманываю, он думает, например, что он не ест сливки, вот, потом он еще думает, что он что-то еще, что же он еще не ест.
Короче, есть такое, что он думает, что он не ест, но он ест это, ест. Кролика он типа не ест. Я говорю, что это курица. Смотрите, я села. Вот ему мало дивана. Вот он, ему надо вот так вот тут лечь со мной. Так же ведь удобнее. Что это он будет лежать на диване, когда он может у меня на моих ногах полежать и поспать. Что, он дурак, что ли, на диване лежать? На диване он и без меня полежит. И вот, буду как-то обманывать. Картошку одну наложу, а грибы себе. И салат сделаю, и все. И будет вот такая у меня вкусняшка. Я что-то вспомнила, что у меня грибы лежат в холодильнике. А просто их без всего как-то и вот вспомнила грибы. Из бабушки меня готовила, жарила. У нас прям рядом была, знаете, такая как поляна, да, прям через дорогу. И мы там все время шампиньоны собирали свеженькие. Представляете, грибы, маслята разные. Вообще очень много грибов собирали. Я, естественно, сейчас их вообще не помню, не знаю. А вот с бабушкой, с дедушкой, с братом мы все время ездили за грибами. В посадке там были тополевские грибы. Потом еще все... В общем, очень много разных грибов. Я их обожаю, просто обожаю. Я когда сюда ехала, мне подруга давала большую банку грибов, представляете, я привезла, их так брела, я их разложила по разным контейнерам, вот прям на один раз, и заморозила. И вот я их доставала буквально по праздникам. Так вот, здесь есть грибы, но они, знаете, они не маринованные, они просто как соленые в рассоле, а у нас же маринованные с этим, как его... с лавровым листом, со всякими специями. Вот это вот вкусняшка. Здесь тоже маслята продаются, но они не маринованные. А как их сделать маринованными, я ума не приложу. Просто соленые грибы. Я иногда покупаю. Надо что-то придумать как-то. Может быть, какой-то рассол, вот этот вот маринад, и потом их залить, вот это соленое, не знаю, в общем. А это у меня замороженные тоже продаются. Очень вкусно. Там тоже разные масляты, каких только нет грибов. И вот пойду сейчас делать. Сначала я, правда, время у нас уже первый час. Я где-то 2 часа гуляла, шрындала. Ничего нету, даже лак для ногтей не купила. В Кику заходила. Там все цвета, которые у меня более-менее есть. А одни и те же их покупать как-то мне... Зачем? В общем, маникюром надо тоже заняться, а то он пипец какой. Ногти немного подпилить, не немного, а нормально подпилить. Они мне так выросли, вообще мешают, как знаете, как сабли. Щу-щу-щу. Здорово. Щу-щу-щу. Не люблю, непривычно. Вот растут ногти. И не ломаются ничего, видите, за неделю прям уже выросли. Вот такие вот у нас пляны. Вот иногда он так ляжет, что мне даже вставать жалко. Ты чё тут лёг-то? Ты чё тут на мне лёг-то, а? Ты чего тут на мне лег, ты мой сладкий, да, да, ты мой сладкий. Я с тобой погуляла, в парк ходила, да. В парк ходила, на новое мое платье лег такое и лежит. Лег и лежит на новое платье. Ну, платьишко мне понравилось. Это мой фасончик, мой стиль, мне такие нравятся. Вообще у меня в шкафу все есть, и классика есть, и такое туды-сюды, все есть. Все ношу, все люблю. Вот такие у меня грибочки. Эти, по-моему, в Лидле покупала. Ой, все вывалились. Тут есть вот название, но, естественно, я их перевести вам не смогу. Например, сетокарду. Я понятия не имею, что это за сетокарда. В общем, сейчас поставлю обжаривать грибочки. Тем временем, прям замороженные. И тем временем начну чистить картошку. И все. Видите? Видите, разные тут. И вот это, наверное, опята вот эти, да? Видите, вот какие. Эти вот веснушки, как их не веснушки, или как они там называются-то? Вот эти. В общем, вы поняли, да? Тут всякие разные. Пускай жарится. Не так уж их и много, в принципе. Салатик себе забацала. Здесь салатные листья, морковка, редиска, тунец, сыр фета, немного кукурузы, помидоры, лук. А это мужу. Он редиску не ест.
Ну, он больше картошки я ему наложила себе, больше на салат наложу. В общем, сковородка, представляете, новая, но вообще она не фурычит. То есть все пригорает к ней, надо новую покупать. Вообще новая, смотрите, нулевая. Но все пригорает, это вообще какой-то ужас. Я такие сковородки не люблю. Так что надо новую какую-то. Большую, ну большую я очень редко использую. Вот. Но все равно надо. Я, у меня когда начинает пригорать что-то, я сразу выбрасываю. Не буду, не мучаюсь, ничего. Вообще ветер поднялся, что ли, не пойму. Все летает, снег кружится, летает, летает. И пойдем, каем. Так что все, друзья, пойду я кушать. Всем приятного аппетита. Друзья, у нас сегодня пополнение в семье. У мужа, у мужнина племянница, в общем, родилась дочка. Вот, а у них здесь, знаете как, вот прямо она родила, и сразу ее можно пойти и навестить. Даже не то, что можно, а нужно. Все родственники идут дружной толпой к роженице. Я точно не уточнила, когда она родила. Ну, наверное, сегодня утром, я так думаю. И вот там у нас семья очень большая. Как будто самолет, у нас тут самолеты не летают. Все идут к ней вот посмотреть. Как бы все тянут руки. Я вот этого, если честно, не понимаю. Тянут руки, все пытаются посмотреть, потрогать, понянчить. Мама, значит, только что родившая. Ну, не знаю, вот сколько я была. У нас каждый год кто-то рождается. Поэтому мы каждый год ходим в роддом к кому-то. Вот, кто-то подарки несет, кто-то не несет. Мы не носим никакие подарки в день именно рождения. Мы потом, ну, с чувством, с толком, с остановкой спросим, что нужно. Но обычно здесь, знаете, как бывает, как выбирает мама какой-то магазин, делает список там, и туда приходит, и просто вот когда там звонишь и спрашиваешь, что тебе купить, она говорит, идите в тот магазин, там все знают. Ты приходишь, тебе сразу говорят имя, фамилия, отчество. Здрасте, приехал. Вот, и ты из этого списка выбираешь, что уже осталось, да, или если вдруг в первых числах придешь, то, мне кажется, это очень практично, вот, и нам голову не надо морочить. Естественно, все цены, ну, как бы подарки в разумных целях, там, то есть никакие не бешеные деньги, что надо платить за подарки, ну, все это, как бы говорится, это, как это сказать-то, господи, все разумно. Ну и так вот, нужно идти. Муж позвонил, говорит, пойдем сейчас вот после обеда. Я, говорит, я рано очень обедаю, поэтому как бы он позже. Говорит, давай я сейчас даже еще домой не зайду, пойдем сходим, типа посмотрим, и все. И руки умыты. Я говорю, ну ладно. Здесь вообще в больницах не держат недолго. Мне кажется, даже ее завтра выпишут. Если все нормально у ребенка, у матери, то завтра ее и выпишут. Вот, а что ее держать там долго-то? Зачем? Такие вот дела. Так что сегодня пойдем на новорожденную смотреть. Ну, мне там уже фотки прислали. Страшненько такая, сморщенная. Вторая фотка прислала уже получше. Первая, когда только-только родилась. Да, фотки такие делают, прям только родилась, и вот пошло все это по группам, по семье. Такая вся сморщенная, такая вся еще, да. А потом вторая фоточка, уже ничего нормальная. Так что пойдем смотреть новорожденную, на смотрины. Вот такие вот дела, представляете? Новый человек родился. Какая-то магия. Это у нас госпиталь такой. Там Кэ. Смотрите, какой хлеб здоровый продается. И вот это заходим сюда. Это вот где именно лежат. Здесь нет врачей, здесь кто-то где лежат. Нам на третий этаж. На третьем этаже у нас там гинекология, родившиеся. Каждый этаж для чего-то там. Идем, берем эти. Асансор на третий этаж. Ну и вот тут уже
палаты начинаются. Видите, как здесь никого нет. Сейчас так вот. Никого нету. Сейчас туда пойдем знакомиться. Знаете, когда у нас лето ощущается? Когда солнце светит в это окно. Прям так классно. И видите, вот сюда отсвечивает. Вот буквально на той неделе еще солнце было на том уровне, что нифига не было. А сейчас смотрите, как светло. Чарли мой наверху. Он вообще наверху. Он целыми днями наверху. Вообще оттуда не выходит. Я ему купила, заехала. Видите, спускается. Заехала в специальный магазин для собак. Вот. Такой. Купила ему вот эти чучи. Они дорогие более-менее. И представляете, он их не любит. Сожрал, но без охотки, как бы сказать. Ему вот с меркадоной только нравится. Вот пришел. Вот пришел. Я ему дала, но он на печеньку. Не очень ее. Я еще заехала в Алькампу. Поэтому я открыла окно, чтобы у меня свет сошел. Купила вот такой вот чай. Бистеина. Мне, по-моему, такой был. Немного клубники. Прям немножечко. Этот чай нон-стресс. Тоже хороший, спать помогает. И творог взяла с ананасом. Очень вкусный вот этот творог. Валькампо вообще классный. Есть с черной смородиной, но он как-то мне не очень нравится. Мне вот именно нравится с этой. Буду сейчас чай пить. У меня уже чайник вскипел. И с творогом. Такой вкусняцкий. И новый чай. Что-то все чаи у меня, которые есть, я их уже почти выпила, они все какие-то красные. Посмотрели, лялька такая она классненькая, маленькая такая, малюсенькая, на 3200 родилась. Ну, в принципе, нормальный вес. 3200. Я уже понянчила. Представляете, она родила в 12 часов дня. В 4 я уже нянчилась. Ой, не могу. Так вот тут в Испании. Нянькать не хочу. Ой, там тоже у них родственников полная палата. Ну, мы так пообщались, спросили, что, как прошло, все хорошо. Вот, и все, и уехали как бы. Ну, я, естественно, я всех маленьких беру. Я очень детей люблю, маленьких особенно. И я всегда все на руки, у кого есть, если маленькие дети, они всегда у меня на руках. Естественно, как-то я не буду нянчиться. Конечно, буду. Они меня даже не спрашивают, хочешь, не хочешь. Они говорят, на. Потому что знают, что я всегда буду нянчиться. Но она еще совсем маленькая. Господи, ей 2 часа всего. Что она там сгла... Я даже не видела ни цвет глаз, ничего не видела. Ах, малюсенькая. Такая голова холюсенькая. Я говорю, на фотографии она страшнее была. Они смеются. Ну, говорят, на фотографии она только родилась. Какая же она, говорит, должна быть-то. Вот. Сейчас буду чай пить и отдыхать. Правда, я не устала, но все равно. Мне там опять гора белья. Надо его сейчас разложить. На прежнем месте все так же. Только в этот раз темное белье. Буду с вами прощаться до завтра. Значит, вот. Чарли, я с людьми разговариваю. Видите, какой он меня любвеобидный. Ну да, с людьми пообщаться. Ну да, с людьми пообщаться. Ну да. Ну да, я тебя тоже люблю. Ну все, все. Все. Дай с людьми попрощаюсь. Господи ты, боже мой. Интересно, у кого собаки? Ваши собаки также любят целоваться? М? Ой, ясно. Все, хватит. Фу. Ну что, друзья, до завтра. Всего вам самого лучшего. Всем пока-пока.